Всем привет, друзья! Раньше это выглядело вот так. То есть все свои удочки, спиннинги, фидеры, там, разные удилища таскали вот в прямом смысле вот таким вот образом. Берешь больше, несешь дальше. Крайне неудобно. Все сыпется, все валится. Ну, очень неудобно. Слава богу, настал тот момент, когда это все изменилось. Причем изменилось все наилучшим образом. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Ну, то есть, как вы уже поняли, мы продолжаем затариваться и готовиться к новому рыболовному сезону. Друзья, сейчас сделаю небольшой обзорчик. Чехол у нас бюджетный, денежки любят счет, как говорится. То есть, ну, а вещь, оказывается, просто незаменимая. В общем, не могу я с вами не поделиться этой информацией. Хочу показать, чем мы затариваемся и как мы готовимся к рыболовному сезону. Уже ждем, уже много чего накупили, в том числе и новых снастей. Сейчас я вам его распакую, покажу, также покажу, что лежит внутри. Друзья, чехол вот такой вот фирмы, он 1.5 метра, мы специально выбирали подлиннее, потому что у нас есть и удочки, и спиннинги, и фидеры, чтобы все поместилось. Вот, конечно, кошка идет на проверку, ей тоже интересно. Здесь два больших отделения. Есть еще вот, кстати, карманы. Вот раз карман, вот два карман. И вот в эти отделения поместилось все, что у нас нажито непосильным трудом. Вот сейчас даже с вами посчитаем, сколько здесь у нас разных приблуд. Сразу о цвете чехла. Чехлы совершенно разного цвета, и зеленого, и синего, и даже светлого такого, что в сугробах вас не заметят с чехлом. То есть, как говорится, выбирай любой. Так, что мы здесь имеем? Смотрите, очень удобно, что теперь нам не придется разбирать наши фидеры и спиннинги. То есть, все помещается прям с катушками. Обычно как делали? Снимали катушку, снимали все лески, все раскладывали, потом то же самое приходилось монтировать, то есть занимало больше времени. Кстати, это вот из нового приобретения. Это у нас крокодил. Крокодил мы уже затестили, он достаточно уловист. 2,10 у него длина, с тестом 100-250 грамм. То есть на крокодил у нас прекрасные лещи, изи, все ловится. Катушка обычная, кобра называется. Тоже из недорогого сегмента, стоит порядка 500 рублей. Это был первый фидер, который поместился у нас. Так, вытаскиваем дальше. Так, второй фидер. Это у нас тоже крокодил с тестом 100-250 и длина у него тоже 2,10. Катушка тоже в пределах 500 рублей. Вот. Это тоже мы приобрели вот за зиму, то есть вот эти вот два фидерных удилища. Так, что тут? Третий фидер тоже у нас такой же самый, тот же крокодил, тоже 2,10. Четвертый крокодил. Как вы поняли, мы любители крокодилов. Ну, во-первых, уловистые, во-вторых, недорогие. То есть, вот каждый примерно стоит 500-600 рублей. Ну, плюс катушка. То есть, вот снасть в пределах 1000. И она уловистая, он достаточно чувствительный. Так, еще что у нас здесь? Это у нас уже спиннинг Максимус. Еще один спиннинг Максимус тоже. С разными тестами и разное название. Такая модель, разные модели. Здесь у нас фидерное удилище, которое более чувствительное. Ну и остались удочки. В этом чехле две удочки. И вот здесь вот одна удочка. То есть вот такое количество удочек, спиннингов, фидеров, все помещается в этот чехол. Ну, как я уже говорила, есть карманчики. В карманчики можно, например, положить те же самые катушки, там леску, что вам необходимо. В более мелком у нас ничего не лежит на данный момент. Теперь давайте посчитаем, что у нас тут в итоге поместилось. Две удочки. Так, здесь три даже удочки. Три удочки. Четвертый спиннинг. Пятый фидер. Шестой спиннинг. Седьмой фидер. Восьмой фидер, 9, 10 удилищ помещается в этот чехол. Чехол стоит в пределах 1000 рублей. Вполне себе бюджетный, приемлемый, даже сказал бы, отличный вариант. Так что, если вот вам тоже приглянулся чехол, скорее покупайте. Конечно же, любопытная кошка ходит и все высматривает и вынюхивает.
Друзья, ну вот очень, очень полезное приобретение. Целых 10 удилищ помещается. Носить легко и просто. Как рюкзачок, пожалуйста. Надел за ручки и понес. Еще есть вот одна такая длинная ручка. Можно на плечо. Тут уже кому как нравится. И самое немаловажное, что можно достаточно быстро дождаться. Ну, наверное, имеет значение, в каком регионе вы проживаете, потому что вот я, например, сначала думала заказать на AliExpress, но что-то мне не очень захотелось ждать месяц, и я зашла на Озон. И, пожалуйста, там какие хотите есть чехлы, разные ценовые сегменты. Ко мне пришел примерно за 5 дней. Покупкой крайне довольны, и поэтому, если вдруг вы тоже ищете что-то подобное, скорее идите на Озон, выбирайте, ищите, заказывайте. И будете такие же довольные, как я. Друзья, совсем забыла сказать. Я же ведь летом-то была в Абхазии и до сих пор не выложила видео. И, на мой взгляд, там есть достаточно интересные видео, которые показывают природу во всей красе, разные водопады и даже еще рыбалка в Краснодаре. Правда, рыбалка была с племянником на удочку, но это тоже опыт, как говорится. Зато племянник поймал первую в жизни свою рыбку. В общем, после этого обзорчика я обязательно выложу те видео. Вот. Хочу просто с вами поделиться красотами. Ну, а с вами была я, ваша Леся, и канал «Дамочка на рыбалочке». До новых встреч. Пока-пока.